Всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Перед выпуском будет небольшая реклама от меня же самого. Приятного просмотра. Готовьте чаек, кофеек. Надеюсь, вам этот выпуск понравится. Потрясающая новость для вас. Вы можете купить любой, собственно, скин за донат мне на стриме в целях поддержать, так сказать, канал и творчество. Ссылка на Telegram, Discord, где проходят все конкурсы. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик. Верить, как быстро пролетает время. Иду, собственно, домой. Сейчас буду доставать новую мышку. Я понял, блок Фортнайтера. Ну, я, скорее всего, это узконаправленный, кому не надо, но я попробую такой снять. Хотя бы это будет редко выходить, но качественно, относительно. Решил снимать блок, и это выпуск первый. Жизнь Фортнайтера. Погнали. Мочка, раз. Сразу распаковка мышки. Вот свет. Красота. И вот, собственно, Fifine и ноут. Все говорят, что нужен ПК. Ну вот стоит. Мне когда-то кореш подогнал, но надо его продать. Не знаю, 1000 за 2 просто на запчасти. Никак не выложу на Авито. Вот тут загружаю первый видос. Так, сейчас будет распаковка мышки, потому что моя Logitech проводная. Это G403, а верой и правдой уже 1,5 года еще с Твича, когда я начинал. Клавиатура Red Squier, TKL. Сейчас новая версия есть, более интересная и дешевле. И этот самый, наверное, топовый микрофон AM8. Цена, бюджет, кайф. Ну, это достаточно бесполезная штука, но... В принципе, он функционирует прикольно, я там поигрался. Единственное, удобно, что можно мониторить и как-то на второй ПК выводить звук, но вот это я еще не тестил. Да, вот Acer Nitro 5, 16 гигабайт, 3060, 10400, по-моему, или 10300 i5. Небольшой SSD вставлен. Одну плашку на 2666 я вставлял. Здесь получается 144 Гц. Это 75 Гц IPS. Это еще брата Алины. Вот, нужно его поменять. Ну, как соберу на донатах. Поменяю на 240 Гц. АОС там присмотрел. Скидка на Озоне. Так что посмотрим. Давайте делать, собственно, вставлять мышку. Интересно. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Все-таки первый выпуск. Ну что, вот она. RG 139 Pro. И вот еще одна имба на Wildberries просто. Сейчас донатов эти взял. Прикольно, прикольно. Чего? Что из этого вышло? Ну-ка. Упаковка. RG 139 Adjust Game Mus. Специально для CSGO написано было. Вот, белая. То есть упаковка Adjust GPX, аналог Logitech Super Light, всем на хвалях, который находит. Зачем открыть? Вот так распаковочка будет. На стриме уже ждете распаковку. Очень приятная коробочка матовая. Аджаз. Очень легкая для самого. Тэмба, надеюсь, есть батарея, потому что батарейка не покупала. Ой-ой-ой-ой-ой, родная. Так. Вот комплект. Я уже чувствую, как она прекрасна. Ой, это чисто Super Light. О май гад, о май гад. Это Super Light, ребят. Еще в комплекте дается джа эти глайды в К.
комплекте в подарок Глайду приятно. Вот он Глайду. Глайду тоже, видите, как все плывет. Подзарядное устройство, зарядка. Подзарядное, зарядное устройство. Аджаз. Это брошюра, которая мне нужна. Брошюра. И самый приятный момент. Как она хороша, она невесомая, она просто невесомая. Вы понимаете, да, что пора в киберспорт? Это киберспорт, ребят. Всем киберспорт. Вот она. Спасибо за донаты. Вот она, родная. Посмотрите. Просто это божественное произведение искусства. Для первого выпуска сделать еще раз упаковку. Имба. Просто имба. У кого была такая беспроводная мышь, напишите в комментариях под этим роликом. Ролик я выведу хз тогда. Когда-нибудь выведу. Первый выпуск «Путь Фортнайтера», так сказать. Вы должны его будете поддержать. Просто любезно. Особенно если вы играете в Фортнайт. Так, теперь надо подключить. Сейчас наш стрелный. Полтора месяца, сколько? Полностью уже было. И вот она, родная, уже здесь. Ой-ой-ой-ой. Вот она, родная. Тут какой-то бокс. Тут бокс надо открыть. Я сейчас абсолютно не понимаю, как это сделать. А, все. Все открыл. Не с первого раза, вот он. Привет, Ланта. У меня новая мышь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Аджаз. Это просто не было. Это просто невесомая вещь. Давай, старый джетаджи. Там есть батарейка. Фу, сердце замирает, просто замирает сердце. А она без батарейки, она не проводит. Она еще раз покажу ее. Подключение. Она работает, ребят. Она работает, и она охрененно работает. Ой-ой-ой, сенсор коротки. Ой-ой-ой-ой-ой, родная. Она просто имба, это невесомая мышка. Ой-ой-ой. Переходнички. Пожалуйста. Там пригодится только зародки. Просто имба, ребят. Вы должны поставить лайк. Блин, мне так непривычно нравится. Как она быстро гладит, просто офигенно идет. Ребят, вот эта волшебная мышка. Пора спать. Она потрясающая. Прокачала уровень игры просто до космоса. Все, пора спать. Какой кайф дома. Я еще валяюсь время час. Высыпаюсь. Валяюсь. Так, надо вставать. Впервые вижу день за столько времени. Вот он день, как выглядит солнце. Никогда не надо. Прикольно это сделал, смотрите. Надо продать коробку. Кайф. Блин, выспался так. Да, это лучшее 6-1. Организм тоже. Доброе утро. Давно я не видел, как время 2 часа дня.
Давно я не видел дня. Офигеть, как круто. Вот она жизнь, которая где-то там проносится. Вечно, пока я работаю. Обалденно, да. Это лучшее наверное, решение. В жизни все-таки взять выходной. И, кстати, кольцо нашлось. Кентуха нашел. Вот где-то здесь было кольцо. Я 2 месяца не мог найти. И сейчас нашел. Запускаем по такое вещание. Ну, сейчас в душ схожу. Пока закину ролики. Так, блин, настроение кайф. Ух, немножко помятый, поздно достаточно встал. Ну, решил спать до упора, чтобы выспаться алгоритмы. Она не смысла. Покрываю, вот из-за чего я так долго спал. Видите, она плотнее, я обычно вот это только укрываюсь тонко. Ну, типа, он думает, что я мерзну, но я как бы холодно, мне в комнате. Ну, а так, слишком уютно, начинаешь спать очень долго. Я думаю, что за тема. Фух, вот она обстановочка, как же круто, как же офигенно. Вот она новая мышка. Это лучшее приобретение. Потрясающая вещь. Китайцы делают просто лучшее, что могут. И дешевле, чем а-ля оригинал, намного. То есть, все с донатов, потрясающая вещь. Вчера я играл просто топово. Я так в жизни не играл. Но уже скилл нарабатывается. Вот загружаю видео. Сейчас пойду в душ. Потом надо купить что-то покушать. Мне печка вот тут есть. Так. Рум-тур. Ребята. Конечно, летит. Сходил в душ. Так. Сейчас начну стирать вещи. Потом пойду в магазин, чуть куплю покушать. Ну, это офигеть, такой кайф, я прям своя ковид, когда дома был. Типа, играл вот этот стрим лет еще. Просто кайф. Вот именно, немного абстрагироваться от рутины. Ну, не сказать, что рутина, я к ней привык уже, мне даже необычно вот так. Ну, выспаться стоило. Выспался. Это потрясающе, ребят, конечно. 6-1. Тоже жесткий, конечно, график, но хотя бы... Будет вот этот день, который посвящен именно мне. Как-то так. Отдохнуть время, конечно, вода уже 2.32. Домашние дела сделаны, хоть побрился. Закинул стирку. Сейчас буду грузить влог. Через часок пойду в магазин покушать, куплю. Выпил стакан воды. Да, видно, сказывается усталость. Так спать я в жизни так не спал много. Чат очень большой онлайн. Вот. Вот, кстати, чат. Сделал чат, надо купить в магазине. Перекусить. 4 часа, ребят. Я иду в магазин перекусить. Был очень хороший онлайн. Я чуть опять засыпаю. Хочется спать. Уже опять подустал. А, у меня постирались вещи. Сейчас приду из магазина, надо будет достать вещи. И начать спать. Ну, конечно, успеть покупать, перекусить. Так, на чили. Очень импульсивно все что-то от меня хотят. Так, ну это минус, видите, онлайна, когда много онлайн, все что-то хотят. Так, кто-то импульсивный, я реагирую еще, сквозь свою усталость. Быть спокойным на чили. Хочется какой-то дзен, все-таки я для удовольствия это все делаю, а не как иначе. Вот себе яблочко голден, потом халвы, козинак и котлеты. Котлеты дорогие, 139 рублей стоят. Рестория хорошая достаточно. Ну, чтобы готовить, сейчас просто соседи. Ну, как бы, они готовят, потом я, наверное, буду. Ну, чтобы не толкаться, я просто не хочу мешать. Сейчас перекусу по-быстрому. Сладкое. А, и пикник двойной. Конечно, классно, я там вспоминаю, когда бродил по этим улочкам, по, вот туда дальше. Тоже так достаточно здорово. Хотя лучше, наверное, что произошло за долгое время, вот 6-1. Хоть я сейчас опять присижу за компом, но из-за холода. Вот так вот хотя бы моменты того же утра или дня, когда встаешь,
нормально выспаться, бытовые дела сделать. Что так? Обалденно. Так, ну что? Короче, нужен, видите, определенный дзен, то есть, чтобы мне было комфортно, чтобы я мог стримить, чтобы никто ко мне не лез. Поэтому мне на самом деле нужен монтажер в идеале. Монтажер и кто делает превью, человек. Но я ни хрена не плачу, поэтому найти будет сложно. Это, не знаю, кто-то подписчик, кому прям вкатывает, кому это нравится, контент, то да. Собственно, вернулся, купил поесть. Сейчас меня уже там чат, смотрите, ждет. Нормально, сейчас помою руки, разложусь. Минус к этой популярности, когда начинает хоть как-то пробиваться, блин, достаточно тяжело. Парадокс жизни. Важно вот находить и правильно делегировать, так сказать. Но чтобы, если кто хочет помочь, это нужен монтажер первое. И вот превью, кто делает. Модеры как бы на чат, в принципе, не нужны. Чат не такой прям. Запретки не пропускают соцсети, так что это вообще бессмысленно. Кого-то банить за хейт я не баню, наоборот, пускай хейтит. Так что вот единственные два человека нужно. Это монтажер и кто превью делает. Это было бы имба. А вот мой стрим, кстати. Картинка, сам такой думаю, конечно, картинка была бы круто, если бы лучше. Не знаю, были донаты или нет, думаю, нет. Говорит, что я сильно импульсивный. Бро, можно кинуть тебе, друзья? Да, конечно, кидаю, я приму. Я приму. Сильно импульсивный, я говорю, видно, это усталость. Если честно, еле живой еще. Чат по 20 человек. Как хочется откиснуть. Ну, такое вот приятное состояние. Вот реально, когда я ходила, вот это все. Знаете, улочки. Потрясающе. Скоро весна. Весна, хотя бы понаслаждаться Москвой. Даже немного вот в каком-то, в какой-то степени чуть стримы на втором плане. Ну, типа, чтобы хоть 5 часов уделить себе. Потому что я раньше этого не понимала. Раньше я мечтал, чтобы только стримы, бесконечные стримы. Я сейчас понимаю, что о себе нужно забыть. Старт это в итоге никому не будет нужно, если с тобой что-то случится. Поэтому нужно дзен ловить. Я играю в удовольствие. Все, и вот выспался, круто, все, отлично. Но бываю резок, уж извините. Если хотите помочь, вы можете помочь, как бы это странно ни звучало, либо донатом, либо монтажом, что я буду безумно благодарен вам. Просто любой стрим, любой выпуск сделать, смонтировать, либо сделать мемы из этого, накидать в Discord-сервер. Там целый пункт монтаж от подписчиков. Либо превьюшками. Это будет колоссальная помощь. Другая помощь мне вообще не нужна. Извините, если что. Чтоб я никого не обижал и не был лишний раз резок. Просто на мне тоже много всего висит, много ответственности, много контента. И как это стало набирать обороты, конечно, это совершенно непросто. И быть блогером далеко не просто. Сейчас я хочу перекусить. Вот такая нотка. Внимание. Я купил покушать. Это Мурат. Не хочется перегореть или перестать заниматься тем из-за глупости, из-за других людей. Чисто любимым делом. То есть о чем мечтал. Просто можно выгореть. Надоест. И все. Потому что чат переполнен. Реально, ответственности много. Всем надо ответить. Снимать в контент. Параллельно. И как бы так. Ну, Юль, ты поняла, что хочу сказать. Я думаю, вы все. Да, кто последний, ребят? Кто последний один на один? У меня мало времени. Ну, выйди-то кто? Раз мало времени. Не трать мое. Ребят, играем в Fortnite потихонечку. Перешел на Twitch. Значит, теперь основной прокачиваюсь. Потихонечку растет. Буду прокачивать скиллы на Твиче. Вот так, ребята. Надо готовить поступить. Ребят, собственно, потихонечку стримим. Мне надо найти интернет, потому что у соседей интернет-телевизор, не посмотрите, из-за того, что я жираю весь интернет тут из-за провода. Вот, не знаю, будет смотреть Starlink, если что, посоветуйте что-нибудь в комментариях. Starlink надо посмотреть за какой-то тариф. Но опять же, когда у меня будет выходной, я смогу это сделать.
подвязать или что-то сделать. Или шорс. Вот привет, это я кефир. Или гост в Ютубе. А, понял. А я вот потихонечку стримлю. Мне задонатили 500 рублей за эмоцию. И за две эмоции, чтобы отправить две эмоции. Я две эмоции отправил, и мне получил 500 рублей. Спасибо огромное за вашу поддержку. Вот так стримлю. Стримлю на самом деле очень много. Ругаюсь матом, но стараюсь не ругаться. Так что так, как-то настроение хорошее, все супер. Чуть подустал, время уже 23:06. Так что так вот, Маш, привет, привет Ваня. Хочу монитор, конечно, нормально взять. Не знаю, со временем, может быть, этот продать монитор, продать старый, вон там лежит. Старый микрофон тоже был бы имба продать. Посмотрим. Вот так. Ну что? Доброй ночи. Я ложусь спать потихонечку. Сейчас споем. Что ночь?